Самоуверенность – одно из важнейших качеств в человеке. Именно оно показывает твое отношение к себе, гармонию со своим внутренним миром, а также желание быть услышанным и замеченным. Но что же делать, если ты постоянно сомневаешься в правильности своих решений, боишься высказывать свое мнение, проще говоря, просто считаешь себя тенью? Кто бы что ни говорил, самовнушение – один из самых действенных способов стать увереннее в себе. Просто повторяй про себя установку «Я успешен, я все смогу, я молодец». Помни о том, что абсолютно все твои мысли материальны. Никогда не сравнивай себя с другими. Все мы разные, у всех свои недостатки и достоинства, а самое главное – различные цели в жизни. Больше читай, развивайся, узнавай что-то новое. Начитанность и образованность делают человека увереннее в себе. Люби себя и помни о том, что у тебя обязательно все получится.